Для того, чтобы пройти верификацию паспорта на сайте компании Oriflame, мы заходим в свой личный кабинет, вводим номер и пароль. Далее заходим во вкладку «Заказы» и выбираем «Управление моими документами». И где раздел «Копия паспорта», мы нажимаем «Выбрать», выбираем копию паспорта, где она у нас сохранена. Если нужно добавить еще один лист, жмем «Добавить», также выбираем следующий лист и нажимаем «Сохранить». Все.